На сайте шиншилки приобрели вот такой вот корм. Клуб 4 лапы для средних пород. 2 килограмма. Очень классный оказался корм. Вкусный. Собаки его едят с удовольствием. Вот кот даже в очередь пришел. И тут написаны ингредиенты. Если хорошо тут видно. Хоп, хоп. Видно. Вроде бы видно. Ну, можете почитать в интернете. Там сроки годности в порядке. Шиншилка, как всегда, молодец. Хорошая упаковка. Вот как выглядит этот корм. Корм. А вот так. Вот такие вот гранулки. Темные. Пахнущие. Мусик, тебе не можно. Китя. Китенька. Ну, в общем, кот у нас тоже это полюбил. Коту угодить очень тяжело. Ну, вот, 4 лапы угодили. Будем заказывать еще.